Салам алейкум, брат. Как у тебя дела? Алейкум ассалам, все хорошо, потихоньку вот тренируемся, работаем, как обычно. Ты сейчас на работе, да? Да, сейчас на работе. Ага, я понял. Я у тебя там ролик видел сегодня утром в Инстаграме, где ты боксировал с одним высоким. Рассказывай про это, что там было? Этот кикбоксинг был, соревнование по кикбоксингу было в честь Нового года, получается. Вот. Соперник был перворазрядником по рукопашному бою. Вот. Забирал Россию и становился вторым в мире. Вот. Позвали, на короткое уведомление вышел на 77 килограммов. Хотя мой вес боевой, да, 66 килограммов. Вот вышли. На 10 килограммов больше почти. Да-да-да, хорошее выступление показали. Иншаллах, вот скоро 15-го еще будут соревнования по ММА. Все уже перестраиваемся под ММА, чтобы в дальнейшем сразу можно было по профикам выступать. Сейчас тренер хороший появился у нас. Этот Манучер. Знаете такого? Я вам потом скину ссылку. 6-1 у него рекорд. Очень сильный грэпплер тоже. Очень сильный грэпплер. Вот сейчас грэпплинг с ним подтягиваем. Как раз вот. Да, он с Таджикистана только прилетел. Вот. Здесь преподают нам. Отлично. Что у тебя там в следующем году? Ты уже собираешься именно вот начать свой шердок хотел? Конечно, конечно. Тут это есть. Организация есть пока что. Вот. Нужно 1-2 боя провести там. И третий бой, получается, уже как этот пойдет. По профикам уже будет засчитываться. Вот. Короче, думаю, с этого начинать. Ну, правильно, уже надо, пора уже, потому что уже возраст, да, 23, да, тебе? 22 сейчас только исполнилось. 22, да. Ну вот, недавно, помнишь, я тебе рассказывал, здесь у нас в Харькове, в цирке там была ММА именно, международный. Выступали из Туркменистана, Грузии, Армении, там очень интересно было. И можно было, там же этот менеджер сказал, что я заплачу за дорогу, за гостиницу, я за еду. И еще, если новичок, если он дебютант первый раз, то 200-200. 200 за выход, 200 за победу. И билет туда-обратно. Так что это вот такие соревнования будет много уже у нас в Украине. Отлично же. Сейчас мы как раз подготовимся нормально, вот по-серьезному отнесемся ко всему вот этому. К борьбе, к ударке, к таймингу, да, к удачливости. Все это нормально сделаем. А то драться может каждый выйти. Но выйти нужно... Надо подождать, да, да. Науки. Красиво. Ну ты сейчас занимаешься, да? Конечно. Ага. Я вот здесь работаю, у меня в подвале. Спускаюсь, зал прямиком, автоматом, короче. Там зал у меня тут. Ничего себе, а что там у тебя в зале? Ну, зал ММА, там преподают у нас. А, да? Да. Ничего себе, вообще я супер. Я на втором этаже работаю, на первом этаже, короче, зал у нас там. Ага, супер. Короче. Ну что, ты смотрел Хуршеда Назарова в Гран-при в Чечне? Гран-при в Чечне, который? Ну вот это позавчера или вчера там. Он стал чемпионом, Хуршед Назаров. В наилегчайшем весе. Наилегчайший вес? Да, да, уже 9-0. Он выиграл местного бойца, да, да. Стал в лиге ACA Young Eagle, стал чемпионом. Чемпионом стал? Да, да, да. Вот, наилегчайший вес, это получается сколько килограммов? 57? Или... По-моему, 66. Не, 66 это полулегкий вроде бы. Я, честно говоря, вот не заметил. Вот. Я как раз там позавчера дрался. У меня свои там темы были. Так что уже в Таджикистане три чемпиона. Самандар, Фаридун и вот этот Хуршед Назар. Самандар, Фаридун и еще и один. И Хуршед Назар. Да-да-да-да-да. Вот он получается, да? Уже три официальных чемпиона, да. Этот бой смотрели паре с этим... Как его? Оливейра. Оливейра, да, да, да. Если честно, для меня был фаворитом Порье, Джастин Порье.
Он вообще ничего не сделал. Как бы, ну, нет, в стойке он был хорош. Просто Оливейра испугался и начал бороться с ним просто. Мне кажется, в стойке Порье мог бы выиграть. Конечно. Он был и точнее, и быстрее. Вот в клинче он иногда отдавал инициативу. Вот. В клинче этот Оливейра хорошо работает. Там болевые. Конечно, да-да, джиу-джитсу, ничего себе. Да-да, согласен, согласен. Этот, как с Геджи будет драться, вот следующий бой у него. Как ты думаешь, Геджи? Там он же Конора вызывает на бой. Да этот, все, шутки же по-любому. В любом случае, это же шоу они делают. Да и Конор... Мне потом... кажется, он Геджи пройдет легко. Он Геджи очень быстро пройдет, да, мне кажется? Да, да, да. Ну вот этот Ислам Махачев против этого Дарьюша, иранского вот этого американца. А. Да-да-да. Как ты думаешь, кстати, кто фаворит там? Ислам, конечно. Ислам фаворит, да? Да. Он его должен хотя, приехать. Хотя это Дарьюш тоже он этот, грек. Ветеран. Он ветеран. Тоже болит. Да. У него он не только борется, у него ударка еще есть хорошая. Боль. Очень хорошая, да. Но каждый раз, когда его ставят с такими вот проспектами, которые вот сейчас набирают обороты, он сдает вот обороты. Александр Эрнандес вот был в этот, отправил его в нокаут в первом раунде, что ли, или во втором раунде. Мне кажется, у него всего лишь две поражения, да, или сколько? Не, у него там ударишь, а побольше будут поражения. Да? Ну, последний раз он выиграл очень хорошего бойца. Да, помню. С кем же он дрался вот сейчас? Он с Тони, да, Тони, его... Тони он выиграл, Тони он выиграл последний да, раз. Да, и фаворитом был Тони. Конечно. Помню. Да, он да. Еще с Барбозой дрался, отправился в нокаут. Да, вот. Да. Да, и с Барбой у него тоже этот... Ну, он джитсер сам по себе. Он хорошо работает. Да, да. Он же в Иране родился. Сириец, но в Иране родился. Мне кажется, этот Ислам его очень легко пройдет, вот думаю, скорее всего. Я не думаю. Я даю шансы 50 на 50. 50 на 50? Да. Да, у него нет ничего особенного. По джиу-джитсу, вот там с Исламом выходил человек, вот не помню, как его там фамилия, он чемпионом мира становился по БЖЖ. Ну да. Он не смог ничего сделать. А этот Дарьюш не особо так выделяется своим джиу-джитсу. Как бы. Тот же самый Оливейра, да, опаснее будет, чем он. Потому что даже когда они дрались с Тони, вот, какие болевые он накидывал. Но Тони все равно не сдавался, но тем не менее. Ну да, 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 да. Ну, как тебе, кстати, Чимаев? Хамзат Чимаев? Да. Он вообще кошмар для любого. Вот он хотелось бы вообще увидеть. Над этим китайцем вообще издевался. Подняли он его и разговаривают с Дана Вайтом. Еще кинул. Говорит, смотри на меня, говорит, смотри на меня, не отвлекайся. Да. Не, у него очень тоже серьезный уровень. Его нужно еще проверить вот, на выносливость. И вот если он одну проверку пройдет, пятираундовую, то, скорее всего, будет известно, станет ли он чемпионом или же нет. Потому что мы его не видим. Если он поднимется на весовую категорию выше, у него будут шансы? Это с Израилем Адесани? Да. А вот тут надо задуматься, честно говоря. Ну да, потому что там более крепкие физически здоровые эти ребята. Он, Адесаня очень большой сам будет, он в полутяжелом весе тоже не маленький же был по росту. Но ну, и габариты в любом случае решают как бы. Вот ну Чимаев тоже за 1,80 м, это 1,85 м, по-моему. А Адесаня, сколько там, какой у него рост был? 90 с чем-то у него было. Я не знаю, не знаю. Тут отвлекаются. На самом деле, Шаром, вот в этом году Лоик Раджабов меня разочаровал. Почему? Ну как можно было, вот люди ждали от тебя победу, да, а как можно было так вот
ну, как-то, я не знаю, и себя подставит, всех подставит. Я не знаю. Я за него болею, но я на 100% был уверен, что он победит этого пацана. А из-за чего он-то хоть проиграл-то, я тоже уже не помню. Когда его поединок-то был? Он в первом раунде очень сильный удар пропустил в начале раунда. И все, начал отходить назад, как бы, да, вот тут. Ну, он решением тогда проиграл? Да, решением проиграл. То он вроде говорил, что чем-то он болел, что ли, и вышел в таком состоянии. До этого, да, болел. А что-то подобное было у него. Да. Ну, что мы можем сделать? Пожелаем лишь выздоровления хорошего и здоровья крепкого. Ну и да, в любом да. случае он еще покажет. У него вот из таджикских спортсменов очень вот высокий уровень, тоже, честно говоря. Да, ну, знаешь, ждали все, вот весь Таджикистан ждал его победы, да, и как бы, я не знаю, ну, это спорт, конечно, на самом деле, ну, я не знаю. Ну, надеемся, что он вот скоро же будет драться у Хабиба. И UFC, да. Против бывшего бойца UFC будет драться. А с кем он будет драться-то? У него полусредний вес, да, вроде бы? 70. Он в 70 дерется? Да. Он же слишком большой для этого веса. Что, 70. Я думал, он в полусреднем весе дерется. Там так, это что-то. Тоже очень сильные проспекты из Дагестана будут, как бы. Вот. Ну да. Реально, там уже уровень покажет. Да. И вот этот Хабиб сейчас записывает к себе, там этих подписывает бойцов, с которой уже этот UFC заканчивает, там, да, который да, на грани да, поражения, да. И делает имена вот своим вот этим бойцам, которые из его лиги выходят. Ну, умно, реально умно делает. Кстати, вот кто с Хабибом подписывает контракт, вот ему повезет, потому что он будет бои в Америке проводить, о нем все знают, это уже бренд, имя, поэтому я думаю... Конечно. Тоже хорошая позиция там будет. Не, там реально ребят не знают, но уровень у них тоже хороший, действительно. Очень, да. Сейчас будем ждать, когда они ACA переплюнут. Они даже на ACA не равняются, они уже за горизонт, короче. Уже конечно, они же в Америке, да. Смотри, что ты думаешь по поводу Фаридуна Одилова и Александра Шлеменко? Они же должны драться в марте, по-моему, перед Рамаданом. Фаридун хорошо же борется тоже. Вольный борец. Фаридун, не знаю, вот честно говоря, вот тут очень непонятно. Сколько лет Фаридуну, вот честно? Я вот не 29. Могу сказать. 29 Фаридуну, Шлеменко. 37 Шлеменко. Вот на бумаге Фаридун должен 100% забрать. И по стилю... Я, допустим, считаю фаворит Фаридун, потому что молодой, голодный именно, вот хочет... драться, мне кажется, ну, как бы, знаешь, вот я даю шанс и 60-40 в пользу Фаридуна, да. Там тоже реально Шлеменко выигрывал тоже, вот знаете, бои, которых не должен был выигрывать, выходить победителем, вот его тоже списывают со счетов, такое себе. Он еще этот, не выиграл Фаридуна, говорит, этот, Мага Исма, там, с тобой сейчас скоро буду драться. Он да, через так него... они же... Да, на осень договариваются драться именно с Магомедом Исмаиловым, да. Он перешагивает через него, но не думаю, что он его пройдет, честно говоря, тоже. Ну да. Посмотрим, вот как раз в марте, я думаю, Фаридун будет готов. Конечно, сейчас будем смотреть, потом Рамадан будет, получается. Да. Ну, надеемся, после этого боя уже, дай бог, если Фаридун победит, то он уже подпишет контракт в UFC, да? Он сразу в UFC. А, они же этот помогают им подписываться. Да, Хабиб же. Скорее всего, он так и сделает. Вот. И Самандар же там тоже, Самандар Муродов, он же тоже в этой организации. Поэтому надеемся, в этом году, в следующем году уже ребята будут в UFC из Таджикистана. Валикум ассалам. Это рефери, который судил тот поединок. А, да? В общем, планы хорошие. Вот есть сейчас сфокусироваться на ММА,
Вот как раз я хотел еще вот 18-го выйти подраться, чутка ногу повредил, честно говоря. Даже колено чутка повредил, травмировал. Не получилось выйти подраться. А вот тут, короче, чутка более-менее в себя пришел и там как раз вышел, чтобы не простаивать. Сейчас каждый месяц понемногу вот так вот набираю обороты. Вот в конце того месяца дрался, вот сейчас еще подрался. 15-го подерусь, иншаллах. Еще какой-нибудь турнир пройду. У тебя стойка очень хорошая. Вот тебе надо именно борьбу потянуть. Да, конечно, конечно. Все надо развиваться везде. Потому что, хоть я и научусь бороться, мне нужно будет этот опыт получить именно в соревновательном. В стойке я могу там с кем угодно подраться, да, грубо говоря. Но в борьбе, вот я могу научиться чему-то, но в бою самому не смогу показать. Потому что у меня опыта не будет, в который я боролся там и так далее. Да, я всегда там особо на первую очередь не ставил борьбу. Всегда работал в стойке. Но большинство соревнований, которые вот проходят, я мог бы вот с легкостью пройти, просто борясь с ними. Половина из них тоже ударники и борцы, которые не сильнее меня. Но в стиле, говорят, делают бои. Да, мы не виноваты. Что нам нравится так драться, правильно? Ну да. Ну, надеюсь, у тебя все получится, потому что ты в стойке очень умно работаешь. Вот именно вот подбираешь очень правильную тактику. Поэтому я думаю, в борьбе у тебя будет классно. Иншаллах, иншаллах. Сейчас как раз тренер есть, я вам скину потом. Посмотрите, кто это. Я с ним, оказывается, тренировался. Сколько? В Акбаре. Он в Акбаре преподавал. Ага. 3 назад, короче. Он смотрит на меня, говорит, больно знакомое лицо у тебя, говорит. Тоже, говорит, не могу вспомнить. Потом он фотографию нашел, показал мне, говорит, вот ты, говорит. Я там молодой. Ничего себе. Я думаю, офигеть. Wow. Ну, надеюсь, уже я вот в следующем году, я, кстати, вот я скоро уезжаю в Англию, вот в марте где-то, в начале марта уезжаю на полгода поработать. И потом приеду, надеюсь, уже буду ехать в Москву именно на съемки, на интервью, и обязательно, думаю, встретимся в Москве. Все в любом случае, конечно, начало. Приеду на бои, там на интервью, на бои просто. Поэтому, думаю, там встретимся. Все, вот сейчас, сначала планы есть. Вот ребята бывают, которые вот один бой проводят раз в год, и все. Я сейчас вот не начинаю, пока что тяну. Но вот как один бой проведу, вот как на любительском. Дальше буду продолжать работать, выходить, драться. А то не получится долго карьеру так делать. Типа, бывают ребята в зале, которые там уже лет 5-6, у них там 3 боя осталось. Вот 3 боя, которые они провели когда-то, вот это у них осталось, и все, они дальше не развиваются. Ну и да. Развиваться нужно потихоньку. Сейчас конечно. Активным проспектом буду, в общем, не разочарую. Обязательно, обязательно, потому что как бы это уже твой хлеб, ты этим будешь зарабатывать на жизнь, как бы, да, поэтому прикинь, какие бабки люди зарабатывают именно вот этот... блогер вот этот, американец. Джейк Пол. Джейк Пол против этого. Прикинь, он... Да, поскольку они заработали, поскольку миллионов. Вот этот, его оппонент, чемпион UFC. Тайрон Вудли улетел в нокаут и получил 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов вот за этот нокаут получил. Прикинь. Он поэтому... столько лет... выходил, дрался в UFC, был чемпионом, не заработал за всю свою карьеру таких денег. И за один бой тут вышел так. Он в UFC за титульный бой заработал 250 тысяч долларов. А тут за 6 раундов 2 миллиона. И еще проиграл. Еще нокаутом проиграл, да. Поэтому... Боже. Надеюсь... Конечно, желаю тебе удачи в следующем году и надеемся, что ты уже в следующем году проведешь первый свой профессиональный бой, Шару. Все, иншаллах, иншаллах, так и сделаем. И будем на связи всегда. Все, конечно, разумеется. Да, обязательно. И надеюсь, я приеду в Москву. Если получится, вот пока я...
ну, до марта уже тут боев не будут. Я приеду уже, если получится, тут бои, если будут организовать, захочешь, можешь приехать здесь выступать, именно в Украине. Все хорошо. Один бой проведу. Да. Вот тогда результат покажем. Все. Конечно. Получается. Все, Шарон. Брату там привет. Если что, на связи, брат. Все хорошо, брат. Салам алейкум передам. Алейкум ассалам. Удачи. Да. Давай. И вам тоже. Да.